очень оригинально. Гимнастка давно выступает на международной арене. Имеет свой своеобразный стиль, свое амплуа. Ну и, как мы слышим, нашла своего зрителя в Казахстане, потому что вот болеет за нее активно. Вот это турлян. Вот это элемент турлян. Да. Формой кольцо. Как вы видели, носок касался головы гимнастки. Ну, небольшая помарка при выполнении поворота. Ох, как интересно, фуэте. Смотрите, фуэте, и у нее обруч над головой был, да, тоже крутил вместе с ней. Фуэте очень интересно. Повороты фуэте довольно-таки разнообразны, они могут в разных комбинациях использоваться. Это может быть фуэте и на один круг, и на два, и на три. Гимнастка может показать весь технический арсенал, которым она обладает. Ну, очень хорошо закончила, по-моему, очень чисто, выступление. Довольна Ирина. Итак, посмотрим промежуточные итоги после...